Здравствуйте, меня зовут Борис. И я кондитер. Тортики пеку, ну и все такое. Ладно, не буду врать. Меня зовут Борис, и я бандос. Решала. Неприятный тип. А еще я бессмертный. Я знала, что смерть придет. Ну что, в таком уродском обличье... Нормально у меня обличье. Че у меня сейчас кораблей? И, честно говоря, в голове не укладывается. Только вот меня уже 2 сезона режут, сбрасывают, сбивают, дырявят пулями. Возможно, вы вампир или птица Феникс. В словах Кристины есть логика. Она считает, что я птица Феникс. Начал этот беспредел Коля. К успеху пацан решил прийти через мой труп. У меня на всех на вас другие планы. А за ним вся бандитская Москва подтянулась. Привет, детвора! Соскучились? И такой начался замес. Только успеваешь его. У меня мать прилетела. Она долбанутая. Я с ней даже в одной комнате оставаться боюсь. Твою мать! Он мне нужен. Живой? Не обязательно. Главное, одним куском. Ну что, кто хочет со мной жить вечно? И снова здравствуйте. 3-й сезон. Возможно, вас убьют после того, как мы закончим. А может быть, вам понравится и зря умирать не придется. Смотрите, с 4 июля на Иви.